Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda Мы читаем Шри Чайтанья Чаритамриту, Адилила, глава 3, внешние причины прихода Шри Чайтаньи Махапрабху, текст 17. Айшварья гьяни види баджана корья Айшварья гьяни види баджана корья Вайкунтхакияя чатур видха мукти пана Вайкунтхакияя чатур видха мукти пая Айшварья гьяне види баджана корья Вайкунтхакияя чатур видха мукти пана Следующий стих тоже написан, да? Сарсти Сарупья. Сарсти Сарупья Ара Самипья Салокья. Сарсти Сарупья Ара Самипья Салокья. Саюджаналая Бхакта Яте Брама Айкья. Саюджаналая Бхакта Яте Брама Айкья. Следующий. Кто самый смелый? А какой стих этот или предыдущий? Оба? Или то он только один? А вот какой хотите? Айшварья гьяне видхи баджана корья Айшварья гьяне видхи баджана корья Айшварья гьяне видхи баджана корья Саюджаналая Бхакта Яте Брахма Айкья Саюджаналая Бхакта Яте Брахма Айкья Не буду вас больше мучить. Айшварья гьяне Айшварья гьяне Знанием о достояниях Знанием о достояниях Видхи Видхи В соответствии с правилами и предписаниями В соответствии с правилами и предписаниями Баджана, Баджана, поклонение, поклонение корья, корья, совершив, совершив Вайкунтхаке, Вайкунтхаке на Вайкунтху, на Вайкунтху Яя, Яя отправляются, отправляются Чатурвидха, Чатурвидха четырех видов, четырех видов мукти, мукти, освобождение, освобождение пана, пана достигнув, достигнув. Тот, кто с благоговением служит мне, следуя предписаниям шастр, достигает мира Вайкунтхи и обретает один из четырех видов освобождения. Дальше перечисляются эти четыре вида освобождения. Именно четыре. К четырем видам освобождения относятся сарсти, обретение достояний, равных достояниям Господа, сарупья, обретение такого же облика, как у него, самипья, вступление в круг близких спутников Господа. И салокья, достижение одной из планет Вайкунтхи. Что же касается саюджи, саюджа налая бхакта, яте брама айкья.
пятого вида освобождения, то преданные не признают его, ибо он подразумевает слияние с Брахманом. Комментарий его божественной милости Абхайчарнанда Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупада Ки. Названные четыре вида освобождения доступны тем, кто занимается преданным служением, исполняя все ритуалы, описанные в шастрах. Однако преданные могут обрести любой из четырех видов освобождения – сарсти, сарупи, самипи и салоки. Однако, хотя преданные могут обрести любой из четырех видов освобождения, они не стремятся к этому, ибо их удовлетворяет только трансцендентное любовное служение Господу. Пятый вид освобождения – саюджу – не приемлют даже те преданные, которые заняты исключительно обрядовым поклонением. Достичь саюджи или слиться с Брахманом, слиянием с Верховной Личностью Бога, желают только имперсоналисты. Преданный не стремится к такому освобождению. Читаю еще два стиха, потому что важные. Юга дарма правантайму, нама санкиртан, чари бава бхакти дия, начаму бхуван. Я положу начало религии этого века, нама санкиртане, совместному пению святого имени. И пусть весь мир затанцует от счастья, наслаждаясь четырьмя расами любовного преданного служения. Апани кариму бхакта бава ангикаре, апани ачари бхакти шикайму сабаре. Я приду в облике преданного, чтобы своим примером учить всех преданному служению. Комментарий Шрилы Прабхупады. Общение с чистым преданным настолько возвышает человека, что он перестает стремиться к освобождению. Будь то сарсти, сарупья, самипья или салокья. Оно не привлекает его, поскольку такое счастье представляется ему чем-то вроде чувственного удовольствия. Чистые преданные никогда не просят Господа о собственном благе. Даже если Господь готов их одарить, они отказываются, ибо желают только одного – удовлетворять Верховную Личность Бога своим трансцендентным любовным служением. Научить такому возвышенному преданному служению может только сам Господь. Поэтому, когда Он пришел в Кали-югу как воплощение, проповедующее пение мантры Хари Кришна, метод, с помощью которого поклоняются Господу в эту эпоху, Он также открыл людям путь преданного служения на уровне трансцендентной, спонтанной любви. Господь пришел в облике преданного, как Шри Чайтанья Махапрабху, чтобы поведать миру о высших принципах духовной жизни. Шрила Прабхупада Ки. Ом Агьяна Тимирандасья Гьянам Джана Шалакая Чакшурун Милитам Йена Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Мано Виштам Ставитам Ена Бутале Своям Рупа Кадамахьям Радхи Свападантикам Мандехам Шри Гуру Шри Ютапада Камалам Шри Гурун Вайшнавамшча Шри Рупам Саграджатам Сагана Рагунатам Витам Там Садживам Садвайтам Савадутам Париджана Сахитам Кришна Чайтанья Девам Шри Радха Кришна Падам Сагана Лалита Шри Шакха Витамшча Эй, Кришна, Каруна, Синду, Дина, Банду, Джагатпате, Гопиша, Гопика, Канта, Рада, Канта, Намостуте, Капта, Канчана, Гуранге, Раде, Вриндаванишвари, Ришабану, Сутедеви, Ранамани, Хари, Прие,
Анча калпа дарубьяща, Крипа синду лявача, Патита нам паване бьо, Вайшнаве бьо намо нама. Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гора Бхактавринда. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Аджану ламбит буджо канакавадата санкиртанай капитаро камалай такшу. Вишвамбаро двиджаваро югдарма пало. Ванде джагат приякаро каруна аватара. Дахправиши мама вачи мама прасупта. Сандживая такила шакти дарасвадамна. Аньям счахаста чарана шрамана твагади. Прананна мау бхагавате. Пурушая ты убьем. Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами объясняет в этой главе внешние причины прихода Господа Чайтаньи. Внешние и внутренние причины Господа Чайтаньи одинаково важны для нас. Но внешняя причина касается непосредственно нас с вами. Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, что это внешняя причина сострадания Господа. Расика Шикара Парамакаруна. Главная причина Господа — внутренние, внутренние побуждения наслаждаться высшим вкусом бхакти. Но когда это наслаждение переливается через край, оно проявляется в виде сострадания и желания поделиться этим наслаждением со всеми остальными. Расика Шикара Парамакаруна. Расика Шикара — тот, кто наслаждается расой в высшей степени. Тот, кто получил высшее блаженство. Парамакаруна — тот, кто проявляет сострадание, пытаясь дать то же самое блаженство всем остальным. И поэтому Кришнадас Кавирадж Госвами говорит: «Рага Марки Бхакти Локи». Прачарина Каран. Рага Марги Бхакти Локи. Господь Чайтанья пришел для того, чтобы дать людям Рага Марг. Это очень важная вещь, которую мы должны понять, каким образом путь, которому мы следуем, с самого начала до самого конца является путем Раги или привязанности к Господу. Здесь, в этом разделе Шри Чайтанья Чаритамриты, Кришнадас Кавирадж Госвами говорит: весь мир поклоняется Господу в соответствии с правилами и предписаниями преданного служения. Ничего особенного в этом нет. Если мы оглянемся вокруг, мы, конечно, не увидим, как весь мир поклоняется Господу в соответствии с правилами и предписаниями преданного служения, но мы должны верить Кришнадасу Кавираджу Госвами. Что он хочет сказать? То, что поклонение Богу в соответствии с правилами священных писаний не является чем-то таким уж особенным. Куда бы мы ни пошли, в какую бы религию мы ни пошли, везде так или иначе, даже если это, я не знаю, там, саентология, я не знаю, что там, кому они там поклоняются и что они там делают, но там наверняка есть какая-то шастра, какие-то правила, и человеку говорят: делай это,
хуже будет, если не будешь. В конечном счете, человеку объясняют, ты должен поклоняться Богу. Человек думает, да, я должен поклоняться Богу, иначе хуже будет. Я пытался не поклоняться ему, ничего хорошего из этого не вышло. Лучше сейчас буду ему поклоняться. И люди поклоняются ему, люди кланяются, люди думают. Люди следуют всем этим правилам. Но сам Шри Чайтанья Махапрабху говорит, что никакого вкуса в этом нет. В конечном счете никакого вкуса в этом нет. Ну да, человек так или иначе избавляется в результате этого поклонения от болезни, от стремления к материальным наслаждениям. Он находит какой-то вкус в этом, но очень маленький вкус. И главное, что это не доставляет никакого удовольствия ни преданному Господу, ни самому Господу, ни верующему человеку, ни самому Господу. Приходит верующий человек, дрожащей рукой ставит свечку. Спаси, помоги. Господь смотрит на него и говорит, еще один пришел. Понятно, что этот мир исполнен страданий. Понятно, что в конце концов люди, движимые желанием избавиться от этих страданий, приходят к Богу. Но, в общем-то, ничего особенного в этом нет. Это обычная вещь. И хотя для обычных людей эта вещь является каким-то уж чрезвычайным достижением, да, так или иначе, я пришел к Богу, я делаю что-то. Но, в сущности, это даже не духовная вещь. Это всего лишь навсего материализм со знаком минус. Это всего лишь навсего оборотная сторона материализма. Не более чем. Да, я не мог ничего найти в этом мире. Я не нашел никакого удовольствия в этом мире. Но попытаюсь найти удовольствие в другом мире. И в конце концов, если мы возьмем все остальные религии, и даже все остальные направления бхакти. Речь идет даже о Шри Сампрадае, Мадва Сампрадае, Нимбарка Сампрадае, во всех остальных сампрадаях. Везде, в конце концов, человеку говорят, плохо тебе в этом мире, получишь освобождение, способ бхакти. Можешь избавиться от всех своих страданий, там хорошо. И человек думает, там хорошо. У него появляется вера, он думает, ну, конечно, наверняка там лучше, чем тут, потому что куда уж хуже. И это существенный стимул. Если оглянуться вокруг, человек, который может трезвым взглядом посмотреть на этот мир, ну, если он немножечко протрезвел, хотя бы чуть-чуть протрезвел, избавился от какого-то опьянения тем, что может представить этот мир, он понимает, ну, ничего хорошего здесь нет. Ну, нечего тут искать. Смысла никакого во всем этом нет. Такой человек, он получает некий стимул отправиться куда-то выше. И там говорят, там хорошо, разные картины этого хорошо описываются. Но Господь Чайтанья Махапрабху говорит, на самом деле вкуса в этом никакого нет. Никакого вкуса нет. Все равно человек делает это из страха. Из страха перед страданиями этого мира, из страха перед болезнью, перед старостью, перед смертью, из страха перед муками, которые доставляют другие живые существа, которые доставляют полубоги или стихии этого мира, из страха, который доставляют перед муками, которые доставляют наш ум и наше тело. Стимул нечистый. И Шри Чайтанья Махапрабху здесь, в этом стихе, в первом стихе, который мы прошли, говорит, что движимый таким желанием человек может попасть на Вайкунтху, и слово Вайкунтха – это место, где нет никаких беспокойств. Вайкунтха. Никаких страданий, никаких препятствий. Кунтха.
Вайкунтха. Сознание человека расширяется. В процессе служения Богу человек действительно расширяет свое сознание. Сейчас мы живем в состоянии очень узкого сознания. В нашем материальном существовании сознание становится все уже, уже и уже. И материальное наслаждение приводит к тому, что сознание схлопывается. Сознание сосредотачивается на своем теле. Люди пытаются специально принимать наркотики, как ЛСД. Это ЛСД, лизергиновая кислота, или как ее там на научном языке называют. Она обладает способностью до какого-то мгновения расширять сознание. Люди думают, о, духовный опыт. На самом деле это не духовный опыт, это просто некая иллюзия. На какое-то мгновение узкие рамки материального сознания, целиком сосредоточенного на теле, снимаются, человек чувствует что-то и думает, о, я получил духовный опыт. На самом деле духовный опыт – это опыт Вайкунтхи. Вайкунтха буквально значит место, где нет ограничений никаких. Сознание раскрепощается, сознание обретает необычайную свободу, ощущения необычайные совершенно. Сейчас наши ощущения унизительно ничтожны. Глазами мы можем очень мало видеть, ушами очень мало слышать, даже то, что слышим, в основном пропускаем мимо ушей. Мы не можем слушать особых звуков, не можем ощущать особых цветов, не можем ощущать особого запаха. Вайкунтха – это место, это крутое место. Чтобы на доступном языке объяснить. Круче любого Таиланда, чтобы еще доступнее говорить. Я уж не говорю о Хугарде. Или там, куда еще там русские туристы едут. Зачем люди ездят во все эти экзотические места? Только с одной причиной, потому что их сфера их чувственного восприятия немножечко расширяется. Здесь, в Москве, они видят постоянно серое небо, краплющий дождь, а сознание, они думают, их сознание немножко расширяется, когда они зарплату получают. В этот момент их сознание получает некий... Чуть-чуть расширилось. Они едут в какие-то места, и там новые ощущения, новые вкусы, новые запахи. Вайкунтха круче. Потому что она Вайкунтха. Там никаких препятствий нету. В Таиланде есть. Не говоря уже о Хугарде. Свободу человек, душа, духовное существо может обрести там. Там нет никаких препятствий, там нет никаких тревог. В этом спокойном, счастливом состоянии человек наслаждается всем тем, что там есть. И главное, он может служить Кришне. Да, человек в результате преданного служения, даже в соответствии с принципами шастр, он получает какой-то вкус служения, общения с Верховной Личностью Бога. Он понимает, что все это, все то, что он видит, в конце концов, продолжение самой Верховной Личности Бога. Сам Кришна объясняет это в Бхагавадгите, когда он говорит, что все великолепие, которое ты видишь здесь, всего лишь искра моего великолепия. Вся красота, от которой люди сходят с ума, все блаженство, которое приходит тут в концентрированном виде, находится в самом Боге. Упанишады говорят это. Упанишады говорят, что весь этот мир – порождение изначальной ананды или блаженства. И мы с вами маленькие искры этой ананды. И поэтому у нас есть это неистребимое желание обрести ананду. Мы крошечные частицы изначального блаженства, породившего этот мир. По недоразумению попавшие в мир, где мы не можем ощутить этой ананды. Или эта ананда, она унизительно кратковременно, краткосрочно. Вот. Но человек, который следует принципам поклонения Богу, получает до какой-то степени опыт соприкосновения с личностью Бога, который для него превосходит все остальное. Он понимает, да, вот он источник, вот оно, нашел.
в конце концов приходит куда-то туда. И Вайкунха – это место, где живое существо может общаться непосредственно с Богом. Есть религии, которые даже этого не обещают человеку. Они говорят, попадешь в рай. Что в раю? В раю хорошо. В раю реки полные вина, и можно пить сколько хочешь. Ах! Вах! Вах! Напился, что можно делать? Танцевать. Там много красивых женщин. И они вечные девственницы. Вау! Поехали туда. Есть религии, которые говорят, нет, наше достижение – это рай, там можно будет общаться с Господом. Что там, как там общаться с Господом? В райских садах будем гулять вместе с Господом. Вот, и петь Ему осанну, петь Ему славу. Нормально, еще лучше. Здесь Чайтанья Махапрабху говорит, ну, не-не-не. И привлекает меня это все. Не то, что-то не то, что-то не хватает. Близости не хватает. Поэтому он говорит, что преданный соглашается на освобождение на Вайкунхе, но с неохотой. Что в конце концов человек, который получил настоящий вкус, все эти формы освобождения в духовном мире Сарупья, Сарсти, Салокья, Самипья, его особенно не привлекают. В этом стихе, который мы с вами прочитали, он там у нас? Сарсти, Сарупья, Ара, Самипья, Салокья, Саюджиналая, что человек, который идет путем регулируемого преданного служения, в котором преобладает представление о могуществе Господа, Айшвария Гьян. Слово Айшвария происходит от санскритского слова Ишвара. Ишвара значит Бог. Ишвара значит повелитель, значит властитель. Айшвария Гьян, если у меня есть это благоговейное отношение к Богу, то да, я могу принять Сарсти, Сарупья, Самипья, Салокья, но я не приму Саюджу, потому что Саюджа лишает меня возможности служить. Но Чайтанья Махапрабху идет дальше, и он говорит, что на самом деле не ради этого я пришел. Что все это не то. Как человек в этом мире, перебирая разные вещи, в конце концов, имеет это ощущение или этот опыт. Не то, опять обманули. Был у вас этот опыт? Не то. Я очень хотел этого, я достиг этого. Ух, опять не то. Опять обманули. И человек идет дальше. Так вот, Чайтанья Махапрабху объясняет нам, что по-настоящему духовному человеку, даже когда он узнает об этой возможности того, что он может жить на одной планете с Господом и общаться с Господом, даже быть рядом с Господом, самипья, даже это не то. Потому что в конечном счете есть некая примесь корысти в этом во всем. Я хочу не Бога, я хочу быть рядом с Богом. И есть очень тонкая, но грань, которая отличает эти два желания. Я хочу не Бога, я хочу быть рядом с Богом. Почему? Потому что рядом с Богом хорошо. Кому хорошо? Мне хорошо. И эта корысть, в конце концов, отравляет нас. Это тонкая корысть. Казалось бы, какая корысть? Я же хочу рядом с Богом быть. Какая корысть? А корысть все равно. Чайтанья Махапрабху, объясняя нам, что такое духовность, он говорит, что духовность – это духовность в высшем смысле этого слова. Что даже эта
тонкая корысть находиться рядом с Богом, потому что я получаю что-то от Него, потому что я чувствую что-то от Него, даже это корысть. А, как иногда преданные тоже хотят, они говорят, я хочу быть, я хочу служить духовному учителю. Служить хочешь или рядом с духовным учителем находиться? Есть разница, служить можно везде. Для того, чтобы служить, не обязательно рядом находиться. А для того, чтобы служить, не обязательно находиться рядом. Но мы хотим находиться рядом. Почему? Потому что у меня есть тонкая корысть. И поэтому Шрила Прабхупада удивительную вещь говорит в последнем комментарии, во втором комментарии, который мы прочли. Он говорит, что научить такому преданному служению может только сама Верховная Личность Бога. Даже если Господь готов их одарить, они отказываются от освобождения, ибо желают только одного — радовать Верховную Личность Бога своим любовным служением. Научить такому возвышенному преданному служению может только сам Господь. Иначе говоря, слушайте очень внимательно. До Шри Чайтаньи Махапрабху приходили великие вайшнавы. Рамануджа Ачарья, Мадхава Ачарья, Нимбарка Ачарья, Вишну Свами, основавшие четыре великих течения. Но в конце концов все они говорили, какова цель бхакти? Освобождение. Хорошее освобождение, правильное освобождение – возможность непосредственно общаться с Господом и служить Ему. Обо всем этом они говорили, но все равно цель, которая мной движет, это освобождение. Оказаться рядом с Богом. В самом лучшем случае находиться рядом. Не просто оказаться где-то на духовной планете, на одной планете с Господом. Даже это немножечко далеко. Но они говорят, о, вот-вот-вот. Вы можете получить такую же форму с помощью этой формы, духовной формы. У вас будет возможность общаться с Господом. Вы будете рядом с Ним. Но они не могли научить самому высшему, несмотря на то, что Шримад Бхагаватам снова и снова учит этому. Шримад Бхагаватам приводятся примеры людей, которые отказываются от освобождения. Но ачарьи, читая Шримад Бхагаватам, объясняя Шримад Бхагаватам, говорят, ваша цель – освобождение. В третьей песне Бхагаватам есть интересный стих. Капиладев сначала объясняет смешанное преданное служение. Преданное служение в гунах материальной природы. И говорит, что да, можно заниматься преданным служением, находясь в тамагуне. И в этом случае моей целью, почему я совершаю бхакти? Почему я повторяю Харе Кришну? Чтобы отомстить кому-нибудь. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, 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 Харе. Ну, бывает такое. Этот негодяй, вайшнав, меня оскорбил. Сейчас так повторю Харе Кришна, чтобы ему, чтобы он все понял. Кришна за меня отомстит ему. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе. Бывает такое? У нас тоже бывает, да, иногда? Сейчас намотаю шнур на большой палец. Или человек может заниматься преданным служением ради наслаждения своего, ради славы, ради почета. Такое тоже может быть. А человек может заниматься преданным служением ради освобождения, в гуне благости. В гуне страсти может заниматься. Может заниматься в гуне благости этим. Потом он говорит, но на самом деле есть чистое преданное служение за пределами гуны. И он объясняет, что чистое преданное служение – это состояние, в котором человек хочет одного – слушать о Кришне.
Когда его сознание постоянно устремляется к Богу, и это сознание, устремленное к Богу, как Ганга, течет к нему, и он хочет слушать о Кришне, и если некого слушать, то он говорит о Кришне. Ему хочется постоянно говорить, потому что он получил этот опыт действительно соприкосновения с Богом. Это чистое преданное служение за пределами гун материальной природы. Ничто не мешает его сознанию постоянно туда устремляться. Сознание перестает быть некой статической искоркой сознания, которая сосредоточена на самом себе. Оно превращается в поток, который постоянно стремится к Богу. Маленькая искорка обретает динамику, она хочет вернуться к своему изначальному источнику. И это бхакти, когда есть постоянное стремление все время сойтись вместе. Желание постоянной встречи и служения, желание деятельности, желание обмена, оно динамично. Это то, что есть у преданных Вриндавана, как гопи, когда Кришна ночью позвал их своей флейтой, и каждая из них услышала этот зов. Они прибежали к нему в темный лес, не обращая внимания на что, побросали все свои дела, прибежали к нему, к Кришне. И Кришна сказал: а что вы делаете? Приличные девушки в такое время по лесу не гуляют. Ночью приличные девушки и даже приличные женщины не гуляют. Приличные женщины дома ночью находятся. Идите назад. Идите к своим мужьям, идите к кому угодно. Гопи, услышав эту отповедь, и Кришна говорил: делами своими надо заниматься, обязанности надо исполнять. Что вы тут делаете? Муж там дома некормленный сидит, дети плачут. Идите назад. Гопи ему сказали в ответ на это: дорогой мой, когда ты заиграл на флейте, то твоя флейта стала вором. Этот вор проник в наше сердце и украл наше сердце. И даже если мы туда вернемся, мы там ничего не сможем сделать, потому что сердце наше здесь. Поэтому если ты хочешь, чтобы мы вернулись, пожалуйста, изволь сначала вернуть нам то, что ты у нас украл, наше сердце. Если ты вернешь нам наше сердце, тогда мы тоже вернемся. Если не вернешь, уж извини, мы останемся тут. Потому что даже если мы уйдем туда, мы все равно останемся тут. Наше сердце тут, как мы будем, там будет только наш труп находиться. Наше сознание тут. Наш ум находится тут, рядом с тобой. Если хочешь, чтобы мы ушли, пожалуйста, мы уйдем, никаких проблем нету. Но сначала верни нам наше сознание. Если не возвратишься, то уж не обессудь, мы тут будем. Мы с тобой будем. И Капиладев в третьей песне Шримад-Бхагаватам объясняет то же самое. Весь Шримад-Бхагаватам об этом. Весь Шримад-Бхагаватам об этой самой высшей форме преданного служения, когда у человека есть только одно желание служить Кришне, все время находиться с Ним так или иначе и делать что-то для Него, когда его ум направляется туда, когда есть эта динамика встречи. Описав это, объяснив это состояние, что значит чистое преданное служение, все остальное, даже если я хочу освобождения, это преданное служение в гуне благости. Это нечто от этого мира. Шрила Прабхупада кончает этот комментарий потрясающей фразой, которая должна нас отрезвить немножко. Господь пришел в облике преданного, как Чайтанья Махапрабху, чтобы поведать миру о высших принципах духовной жизни. По сути дела, духовная жизнь начинается с этого. Даже в Бхагавад-гите Кришна говорит о том же самом. Даже в Бхагавад-гите Кришна говорит, что бхакти начинается с чего? С освобождения. Что если у меня есть цель освобождения, у меня нет еще бхакти.
Бхакти, настоящая бхакти начинается за пределами гун материальной природы, за пределами моей связанности с этим миром, какой-то привязанности. Если у меня есть желание освобождения, брама буяя калпате. Кришна говорит, человек должен выйти за пределы материального мира. Там начинается настоящая бхакти. Это настоящая бхакти. Капила Дев говорит, в чем суть настоящего бхакти? Только в том, что я хочу постоянно слушать о Кришне, и я хочу прославлять Кришну. И даже в конце концов, неважно, находится Кришна передо мной или нет, это не так важно, потому что я могу что-то делать. У меня сердце все время устремляется к Нему. Я что-то делаю. И что я делаю? Я делаю то, что составляет самую сущность бхакти. Сердце мое поет от радости, от счастья, что я могу прославлять Кришну. Как Чайтанья Махапрабху здесь, в этих стихах, он говорит, что я дам людям нама санкиртаны, заставлю весь мир танцевать. Люди будут танцевать в этом мире, потому что они будут соприкасаться с намой, потому что у них будет это ощущение или этот опыт того, что я прославляю Кришну. И этот опыт выше, чем даже находиться рядом с Богом. Если мое желание находиться рядом с Богом так или иначе окрашено какой-то примесью эгоизма, да, я нахожусь рядом с Богом, и я чего-то от Него получу. Да не хочу я ничего от Него. Хочу только прославлять Его. Я настолько люблю Его, что хочу только прославлять Его. И Капила Дев там, следом за этим, объясняя, как узнать таких людей, которые обрели чистое преданное служение, как их распознать, по каким признакам их распознать. Он говорит, что это люди, когда им Господь приходит и говорит, выбирайте салоки, сашти, самипья или сарупья. Любое освобождение будет ваше. Хотите, все четыре сразу дам. Они говорят, не хотим. Это один из примеров. В Бхагаватам много таких примеров. Когда человек получил... Но суть в том, что люди читают Бхагаватам и не видят этого, не слышат этого. Самое поразительное, почему Шрила Прабхупада пишет, что только сам Верховный Господь может научить такому преданному служению, потому что у людей ничего не шевелится там. Стимул не появляется. Они слышат об этом, но не слышат этого. Они пропускают и идут дальше. И говорят, нет, в конце концов, высшая цель человеческой жизни – освобождение. Самому Господу приходится приходить здесь в своей изначальной форме для того, чтобы дать людям вкус к этому, для того, чтобы показать, что вкус в этом, что даже освобождение – это низший вкус. Даже то, что вы можете получить на Вайкунтхе – это нечто низшее. И Шрила Прабхупада говорит здесь, Шри Чайтанья Махапрабху приходит для того, чтобы дать людям самый высший вкус, самое высшее. И никто другой не может этого дать. Только Шри Чайтанья Махапрабху и те люди, которые поняли это или получили это так или иначе по парампаре от Шри Чайтанья Махапрабху. Поэтому мы не можем иногда подчас найти язык с какими-то другими бхактами из других сампрадай. Они не понимают, они говорят Верховный Вишну. Кто такой Кришна? Кришна – это его аватар. В Шрирангаме, в замечательном храме в Южной Индии, Господь возлежит на Анандашеше. Как гигантский Господь, Ранганат, ему поклоняются каждый день туда. Утром мы были там на Мангаларати, вот это Мангаларати. Наша Мангаларати – это не Мангаларати, да. Там ему на Мангаларати слона приводят. Первое, что там происходит, с барабанами идут и на слоне везут в огромных серебряных чинах воду для его омовения из реки Кавери. Вот слониха приходит, это, Господь любит женский пол, поэтому не на слоне, а на слонихе ему привозят. В серебряных, потом приводят корову, потом приводят лошадь, ему показывают все это, и пряные стоят. И, вот это да! Это же надо... Чтобы просто проснуться, ему такое устраивают. Впечатляет, правда?
там с рангами внутренние покои алтаря Ранганатха, они все украшены сценами из игр Кришны. Когда у них спрашивают, а что, собственно, почему Ранганат-то про Кришну думает? Они говорят, а, ну это его лила, он просто вспоминает свою лилу. На самом деле, это изначальная форма Господа во Вриндаване. Но никто этого не понимает. Никто не может понять. Вы будете говорить с другими вайшнавами, они скажут, изначальный Господь Вишну. И у него есть лила, да, одна из его лил, это он пришел как Кришна. Да нет. Всю полноту духовной жизни Кришна проявил как Кришна. Никто, даже после того, как Кришна проявил эту всю полноту духовной жизни, проявил Вриндаван или духовный мир, высшую обитель духовного мира, никто этого не понял. Все равно все на Вайкунху хотят, все равно все хотят освобождения, все равно все только этого хотят. Господу пришлось самому еще раз прийти. Видишь, Шри Чайтанья Махапрабху, он здесь говорит, я приму облик или приму настроение, как он здесь говорит, апанакариму бхакта бхава ангикари. Это один из тех стихов, которые все вайшнавы должны знать наизусть. Он здесь объясняет эту свою внешнюю причину. Апаникариму бхакта бхава ангикари. Я приму настроение бхакты. И под бхакта бхавой он подразумевает самое высшее проявление бхакти. Или само Шримати Радхарани. Ее бхаву он принимает. Апаниачари бхакти шикайму сабари. И я начну людей шикайму сабари всех учить этому. Всех, весь мир. Я пойду из деревни в деревню, из города в город. Дойду до Москвы. Вот он пришел. Я приду сюда, встану здесь, буду тут здесь стоять и буду говорить, давайте, давайте, ребят, давайте. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рам, Харе Рам, 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 Харе Харе. Я буду побуждать людей повторять святое имя или петь святое имя для того, чтобы в конце концов каждый человек мог понять, в чем заключается самый высший вкус или что значит духовность, не омраченная даже минимальной примесью корысти. Даже крошечной тенью корысти. Потому что душа, в конце концов, может наслаждаться только тогда, по-настоящему. Возвращается в свою истинную природу только тогда, когда у нее никакой тени корысти нет. Ахайтуки апратихатая и атмасу просидать. И Бхагаватам с этого начинается. Но люди читают Бхагаватам, не видят этого Бхагаватам, не слышат этого Бхагаватам. Настолько могущественно влияние Майи. Иллюстрация могущества влияния моего. Она думает, что ей хорошо здесь. Отдохнуть можно. Другой пример того, что это в Шримад Бхагаватам есть. Еще один. Вритрасура это понял. Редкие преданные до Шри Чайтаньи Махапрабху это понимали. Но чтобы москвичи это поняли, Шри Чайтаньи Господу пришлось прийти в форме Шри Чайтанья Махапрабху. До этого редкие преданные, описанные в Бхагаватам, они там есть. В Бхагаватам это все есть. В Бхагаватам только об этом, ни о чем другом. Вритрасура это понял. Демон, который наводил ужас на все три планетных системы, он это понял. До нас не доходит. До Бхакты иногда не доходит. Он это понял. Он что сказал? Ахам харитава падайка мулам. Как там дальше? Ахам харитава падайка мулам. Дасауна дасауба витасми буя. Манах смаритасу патергу намсте. Гринита вак карма каротукая. Чего я хочу? Ахам харитава падайка мулам. Я единственное, чего хочу, это стать дасом твоим. Дасауна дасау. Не дасом твоим. Дасен удасы. Мне даже рядом с тобой не нужно быть. Не хочу быть рядом с тобой. Хочу быть на отдалении от тебя. Хочу служить твоим слугам. Дасану дасо бавитас пибуях.
Монах смотрит асу. И что я буду при этом делать? Монах смотрит асу патер. Мой ум будет думать о господине моей жизни. Монах смотрит асу. Асу патер. Асу значит жизнь. Асу патер. Тот, от кого я произошел. Тот, кто является господином моей жизни. Гринитова карма короту каях. Язык мой, гринитовак, будет прославлять твои гуны, твои качества. Карма короту каях, моя кая, мое тело будет служить тебе. Я хочу только этого. И дальше он говорит, после этого он говорит стих, который также непосредственно иллюстрирует то, о чем говорит Господь Чайтанья здесь. Он говорит, нанака приштам на парамештям. Мне не нужен рай. Нанака приштам, не хочу в рай. На парамештям, даже не хочу на планету Брамы. На сарвабамам, на расадипатьям. Я не хочу быть повелителем всей этой земли. Более того, не хочу быть даже повелителем адских планет. Если вы думаете, что это не соблазнительное предложение, вы очень сильно ошибаетесь. Вольтер говорил, что в раю климат получше, но в аду компания повеселее. Я думаю, что он получил веселую компанию, которую он хотел. Бритрасур говорит, я не хочу быть повелителем Расаталы. На расадипатьям. Не хочу быть повелителем расатал. На сарвабумам на расадипатьям. На йога-сидир. Я не хочу никаких йогических совершенств. Не хочу повелевать другими. Не хочу этих мистических сил. Это крайняя степень отречения. На пунарбавамва. Не хочу даже освобождения. Ничего не хочу. Саманджанса йо вирахета канкше. О саманджаса. Главное слово в этом стихе саманджаса. Саманджаса есть совокупность всего блага. Если все это подразумевает то, что я буду находиться в разлуке с тобой. Саманджаса йовирахеда канкше. Я не хочу всего этого. Не хочу всего того, что мешает мне этому сделать. Единственное, чего хочу, служить. Потому что только служение помогает мне находиться рядом с тобой. И еще раз я повторяю, Бхагаватам об этом. Бхагаватам о том, чтобы поставить перед нами высшую цель, которая в конце концов сделает нас полностью удовлетворенными. Яятма супрасидати. Бхагаватам начинается с этого, Бхагаватам продолжается этим, живет этим. Друва Махарадж. В четвертой песне Шримад Бхагаватам обычно мы слегка свысока смотрим на Друву Махараджа. Пришел Господу просить царство, равное царству его там, деда, еще больше. Друва Махарадж, когда он пришел в чувство, когда Господь дотронулся до него этой раковины, чего он говорит? Он говорит, единственное, чего я хочу, Господь стоит прямо перед ним. Это, в принципе, состояние освобождения. Он видит Господа. Господь находится прямо перед ним. Что он у него просит? Он у него просит, хочу слушать твоих бхакт. Бхактим мухух правахатам. Как там? Бхактир мухух правахатам твайме прасанга. Единственное, чего я хочу прасангу. И некоторые ачарьи, объясняя этот стих, они говорят, Господь несколько разочарованно спрашивает, а зачем тебе бхакта, я же перед тобой нахожусь. Тебе зачем кто-то другой нужен? Я сам перед тобой нахожусь. Он говорит, не-не-не-не, этим ты меня не обманешь всеми этими сарупи, салоки, сами, не надо мне этого. Хочу бхакт твоих слушать. Почему? Потому что только если я буду слушать твоих бхакт, то, что исходит из уст твоих бхакт, я по-настоящему буду счастлив. Это парадоксальные мысли чистых преданных. Он говорит, пана мата, как там катхамрита, я буду слушать эту катхамриту, которая исходит из уст этих, из этого чистого сердца, амалашаям, из абсолютно чистого сердца, амалашаям.
из их чистого сердца, если я буду слушать эту амриту, то мне ничего другого не нужно. А если я буду находиться рядом с тобой, в какой-то момент я подумаю, может, мне в Таиланд поехать? Может, мне еще чем-нибудь позаниматься? Друг Махарадж просит об этом для того, чтобы сказать нам, в чем настоящий вкус-то. Вкус в том, чтобы находиться с преданными. И Чайтанья Махапрабху говорит, я приму настроение бхаву преданного для того, чтобы высшего преданного, Шримати Радхарани, для того, чтобы все остальные это поняли. Потому что на самом деле человек может это понять только тогда, когда он находится в обществе чистых преданных и слушает чистых преданных. Тогда он понимает, мне это нужно, мне другое не нужно. В противном случае он все это послушает и поймет. Ну а это самое, а делом-то, в чем, что делать-то надо? Скажите, чтобы освобождение получить. Все равно... Так или иначе, эта природа, очень сильно укоренившаяся в нас, она будет у нас жить. Поэтому здесь Шри Чайтанья Махапрабху говорит об этом, что я сам приду сюда для того, чтобы учить людей именно этому. Апани ачари бхакти шикхайму сабари. Я буду учить их, что значит настоящая бхакти. Настоящая бхакти значит чистая бхакти. Чистая бхакти значит бхакти, которая находится даже за пределами желание освобождения. Чистая бхакти, значит, бхакти, которая лишена даже этой примеси. Чистая бхакти, значит, у меня есть только одно желание, желание служить, желание того, чтобы Кришна был доволен. Это моя цель. Это цель всех устремлений. Ради этого мы повторяем Харе Кришна. И мне хотелось тут сказать, каким образом... И это называется Рагануга Садана. Шри Чайтанья Махапрабху говорит тут, Рага Марги Бхакти Локи, чуть позже он это скажет, Рага Марги Бхакти Локи, Карите Прачаран. Здесь, в этом мире, я пришел для того, чтобы Рага Маргу дать. Что такое Рага Марга? Он говорит здесь, Юга Дарма Правартаму Нама Санкиртан. Повторение святого имени Нама Санкиртан. И есть рага-марг. Если кто-то считает, что мы повторяем святое имя в форме вайди-бхакти, то это ошибка и даже более того, оскорбление нашей сампрадаи. Мы повторяем или поем святое имя нама-санкиртан, особенно когда мы собираемся все вместе, нама-санкиртан. Потому что это главная форма рага-марга. И если мы будем петь это, следуя по стопам Шри Чайтаньи Махапрабху, рано или поздно мы поймем, что значит рага. Но с самого начала, когда у нас есть эта форма, когда мы просто вместе собираемся и поем святое имя, это уже рага. И мы поем, да, и мы танцуем. И, может быть, наш танец, иногда там какой-то человек стоит в углу, и какой-то разбушевавшийся бхакта затягивает его в круг, и он там несколько секунд там что-то из себя изобразит, и потом опять в угол забьется и будет со стороны наблюдать. И, может, еще нету раги такой уж сильной, чтобы прямо там все танцевало. Там, потому что почему преданные танцуют? Потому что у них прана танцевать начинает от экстаза, от счастья. Они просто уже не могут не танцевать. У них прана там движется, и так прана движется, и приходится. Воздушные потоки движутся. Они начинают делать, они не то, что там иногда. Не то, что они звучили какие-то там свои эти штучки, мудры какие-то. Нет, у них там никаких мудр, у них там прана в разные стороны идет. От счастья Нама Санкиртан. Чайтанья Махапрабху здесь говорит, Чари Бава Бхакти Дия Начама Булан. Весь мир начнет танцевать. Потому что в этот Нама Санкиртан я вложил прему или эту баву. Я вложил эту баву, и я учу людей этому. Смотрите, что я делаю.
смотрите, как я танцую, как я пою. И смотрите, как это делают те, кто идет за мной или следует по моим стопам. Вот. И нам иногда хочется подогнать это. Мы все увидели это. И естественное желание обусловленного живого существа или обусловленного человека, так или иначе, чтобы это случилось со мной поскорее. Мы очень запрограммированы на результат, правильно? Нам очень хочется поскорее. Вся наша материальная жизнь, она из этого состоит. Поскорее бы результат. Иногда мы пытаемся с нашей бхакти делать то, что один китаец пытался делать со своим урожаем риса. Он ходил каждый день в поле и думал, что-то медленно рис растет. Как-то вот что-то... Урожай же поскорее нужен, да? Что нужно сделать? Нужно его помочь ему расти. И он очень-очень... В результате что он получил? Фигу с маслом. Ничего не получил. Потому что есть некий естественный процесс. Этот естественный процесс, который начинается с нама-санкиртан и питается нама-санкиртан, нам нужно очень хорошо понимать, каким образом этот естественный процесс протекает в нашей жизни. И наши ачарьи объясняют, и нам нужно уважать этот естественный процесс точно так же, как человек, который надеется получить урожай риса, он должен уважать некий естественный процесс, в результате которого урожай риса получается. Нет никаких сомнений в том, что рано или поздно вы этот урожай получите. Не нужно только дергать эти несчастные ростки рисовые. Иногда мы, к сожалению, точно то же самое делаем с нашим слабеньким ростком бхакти. Шри Чайтанья Махапрабху говорит, что рано или поздно это лиана бхакти, это семя бхакти из маленькой веры, из маленького семечка веры прорастет и дорастет до Вайкунхи и выше, до Галоки. И принесет там плоды и премы, и бавы, и всего остального. Но мы думаем, ну сколько можно, ну давайте поможем ему. И все, и вместо санкиртана санкартина начинается. В течение какого-то времени была санкиртана, а потом не санкартина. Почему? Потому что есть некий естественный процесс, и мне хотелось рассказать буквально несколько слов в конце этой лекции о том, каким образом этот естественный процесс протекает, каким образом... Шрила Джива Госвами объясняет этот естественный процесс или этот естественный путь. Я вчера это рассказывал тоже на нашей встрече. В своем комментарии... сейчас я должен точно сказать комментарий, каким стихам... К Рама Сандарби, к седьмой песне Бхагаватам, он пишет очень длинный комментарий к 23-26 стихам из 5 главы 7 песни Шримад Бхагаватам. Это стихи Шраванам Киртанам Вишну Смаранам Падасеванам Арчанам Ванданам Дасьям Сакьям Атманивянам, где, собственно, сам путь бхакти объясняется, начиная со шраванам. Шрила Рупа Госвами пишет очень длинный, подробный комментарий, где, в частности, один из моментов, который он отмечает, очень важный для нас, это последовательность этапов, через которые должно проходить наше сердце в процессе шраванам, киртанам и вишну смаранам. Что должно случаться с нашим сердцем и как это все происходит. И слушая это описание, в какой-то момент мы увидим, как с самого начала до самого конца путь, которым мы идем, является путем раги, но эта рага
по-настоящему проявляется в определенный момент нашего духовного развития, не раньше. Я, с вашего позволения, буду читать также санскрит, просто для своего собственного очищения и вашего успокоения. Татра еди ап экатарена апи вьюткрамена апи сидхир бавати эва татхапи патхамах намнах шраванам антахкарана судьяртам. Он, это отрывок, который мне хотелось прочесть из этого комментария. Он говорит тут, что вначале человек, в принципе, человек может начинать с чего угодно. Есть эти 9 форм преданного служения. Шраванам, киртанам, вишнух, смаранам, падасеванам. И можно начать с атманиведанам. Можно начать с сакьям, можно начать с дасьям. Шастры приводят примеры людей, которые достигли совершенства в своем преданном служении, практикуя это. Дасья Хануман показал, что значит быть дасом и как служить Господу и так далее. Сакья, есть другие примеры. Но он говорит тут, что хотя совершенство можно, апи сидир бавати, человек может достичь сиди, совершенства в преданном служении. Но он говорит, татхапи, тем не менее, пратхамнах, намнах шраванам, в норме начинать все нужно, пратхамнах, намнах шраванам. С чего нужно начинать? Со слушания святого имени. Почему? Антахкарана шудьяртам. Потому что в результате этого происходит что? Шудьяртам, антахкарны. Антахкарна что значит? Сердце, ум. Мой внутренний орган. Для того, чтобы очистить, если мы чувствуем, что у нас есть там какие-то посторонние желания, эгоистические желания, желания наслаждения, нормальный пруть, пратхамнах намнах шраванам, нужно начинать апекшем. Апекшем значит необходимо. Антахкарана шудьяртам апекшем. Необходимо начинать с этого. И это то, что Чайтанья Махапрабху здесь говорит, намасанкиртан. Дальше слушайте. Очень интересно дальше он говорит. Судьича антахкаране рупа шраванена тат удая йогьята бавати. Когда сердце немного очищается, шудхе ча антахкаране, когда в сердце появляется некая чистота, рупа шраванена тат удята йогьята бавати, человек становится йогья. Йогья что значит? Йогья значит квалифицированный. Йогья. Йога значит в данном случае метод. Йоги значит квалифицированный. Йогьята. Как адикар. У человека появляется это йогьята. Квалификация. Тат удьята йогьята бавати. Человек становится квалифицированным для чего? Рупа шраванена. Для того, чтобы слушать описание... Да. Для того, чтобы слушать описание красоты Кришны. Рупа значит красота. Рупа не значит, рупа значит форма, безусловно, но рупа также значит красота. Для того, чтобы мы могли слушать о красоте Кришны и не засыпать, у нас должна быть некая чистота. Потому что мы думаем, ну и ладно, ну и хорошо. В Шримад-Бхагаватам есть много описаний формы Кришны. Снова и снова Шукадева Госвами описывает нам образ Кришны, красоту Кришны. И мы обычно пропускаем эти описания. Мы знаем, там... образ не возникает. Почему? Квалификации нет. Нету достаточной чистоты. У нас еще нету... В сознании не проявляется тат-удая. В конце концов... Не появляется этот образ и не появляется. А что мне с этого? И дальше он говорит, самьякудите чарупи. В результате такого слушания самьякудите чарупи. В результате этого эта рупа или красота Кришны проявляется в нашем сердце. И эта красота Кришны в сущности она заключена и в самом имени тоже. Когда мы повторяем святое имя, там же рупа есть, да? Нама, когда мы слушаем наму, если сердце наше очищается, нама
сразу же вызывает в нашем сердце, в нашем сознании образ, рупу, красоту, форму. И не нужно для этого сознательно как-то или искусственно пытаться вызвать. В какой-то момент, когда сердце станет чистым, нам будет хотеться слушать о том, как Кришна выглядит, как преданный видит его. Увидеть его глазами преданных, чьи глаза сладко помазаны этим самым бальзамом любви, как они его видят, и что они чувствуют при этом. И мы будем чувствовать то же самое. Дальше там говорится: «Самьяк удите чарупи гунанам спуранам сампадьяте». И вот тут уже интересная вещь происходит, еще более интересная. Он говорит, сначала начинается все с того, что я слушаю наму, нама шраванена. Я слушаю то имя, которое ближе мне всего. Я повторяю «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, 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 Харе Харе». На дом я появляю, у меня появляется некая способность или квалификация, если я в течение достаточно долгого времени делал это, слушать о рупе Господа. В результате того, что рупа Господа проявится, само собой, дальше уже все само собой происходит. «Самьяк удите чарупи гунанам спуранам». Гунанам что значит? Качество. Спуранам? Да, они сами проявляются. Вдруг внезапно проявляются. Сампадьяте. Полностью. Мы вдруг начинаем ощущать присутствие Кришны, или мы начинаем ощущать его качество, мы начинаем ощущать ту теплоту, которая от него исходит, любовь, которая от него исходит. Мы иногда не чувствуем это. Здесь, в материальном мире, мы, как правило, не чувствуем это. Даже когда... Иногда мы пеняем Кришне на это. Отцу сказал, почто меня оставил. А зачем ты покинул меня, Господи? А иногда мы чувствуем как бы это отсутствие любви Кришны. Но когда образ Кришны проявляется в сердце человека, сами собой качество проявляется. И главное качество, какое главное качество Кришны? Бхакта-ватсала. Он больше всего любит преданных. И мы чувствуем эту любовь, конкретную любовь к себе. Эта теплота проявится в результате чего? Нама Санкиртан. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Слушайте, я думаю, к концу этого лекции вы начнете санскрит понимать. Самьяк удите чарупи гунанам спуранам сампадьяте, это я уже прочитал. Сампанне. Из того же самого корня, что и сампадьяте. Сампани чагунанам спуранена парикара васишьяте. Васиште, васиште. Сампани сагунанам спуранена парикара васиште. Кто может перевести эту простую санскритскую фразу? А? После того, сампани чагунанам, после того, как эти гуны или качества проявятся у нас спуранена, мы уже знаем, что такое спуранена, проявится что? Парикара вайшисти. В результате этого особые спутники Господа проявятся в нашем сердце. Не просто парикары проявятся в нашем сердце, а парикара вайшисти. Спутники Господа. Иначе говоря, мы начнем помнить о преданных Господа, которые любят Его той любовью, которой нам суждено Его любить. Если это Дасья Бхава, то мы будем помнить о Рактаке, о еще о ком, кто там из примеров этого, о его Патраке и других слугах Господа. Если это Сакья Бхава, мы будем помнить о ком? О Шридами, Судами, и других спутников Господа, Субали, Арджуни. Если это Ватсалья Бхава, то мы будем помнить кого? Исоду, Нанда. Если это Мадурья Бхава.
самое интересное, что он говорит здесь, что это само собой произойдет. После того, как мы почувствуем качество Господа, и почувствовав качество Господа, мы почувствуем свою особую привязанность к Нему. В результате этого ощущения качеств Господа или ощущения любви, в какой-то момент наша любовь или наша связь с Господом тоже станет более конкретной. Вначале она немножко абстрактная. И тогда Святое Имя приведет в наше сердце спутников Господа. Само Святое Имя, потому что эти спутники находятся в Святом Имени. В Святом Имени находится Рупа, в Святом Имени находится Гуна, и в Святом Имени находится Парикары Господа. Святое Имя само по себе, с самого начала, приведет в наше сердце спутников Господа. Эти спутники Господа проявятся, и мы сами, у нас появится то же самое настроение и те же самые качества, что у них. Постепенно, благодаря тому, что в нашем сердце они появятся, благодаря медитации на них, те же самые качества или то же самое качество любви постепенно начнет проявляться в нашем сердце. И что дальше получится в результате этого? Чувствуете, это, собственно, Рагануга Бхакти. Но Рагануга Бхакти начинается с Нама Шраванена, с того, что мы слушаем, просто слушаем Святое Имя. Оно может не казаться Рагануга, но это Рагануга, потому что это путь, потому что в имени есть все. И дальше что будет? Татастешу нама рупа гуна парикаришу самьяк спуритешу линалам лиланам спуранам шушту бавати ити абипрете садана крамо ликитаха. Все понятно. Что дальше получится? Да все уже догадались, но... Лила, правильно. Враджавена Прабу. Пятерка по санскриту. Татас, татах. Затем. Тешу нама рупа гуна парикаришу самьек спуритешу. Это очень интересный момент. Благодаря тому, что парикары или спутники, или особая любовь к Кришне проявляется в моем сердце, вслед за этими спутниками нама рупа гуна парикаришу самьяц пуритишу. В моем сердце полностью проявляются нама рупа и гуна и парикары. Все то, что было у меня до этого, нельзя считать еще полным проявлением этого всего. Это просто некий первый срез. Первая, как это называется? Первая итерация. Импрессионистская картина духовного мира. Вчера я рассказывал об этом, и там дома, где мы были, там такая картина Радхи и Кришны, такие, в современной манере написана. Непонятно вообще, где Радха и где Кришна, но границы размыты слегка. Но здесь Шрила Рупа Госвами что нам обещает? Татастешу нама рупа гуна парикаришу самьяк спуритешу. Полностью проявляется. И в результате этого лиланам спуранам шушту. Шушту значит ясно. Сушту это слово, которое породило приставку су. Сундарам или там су-йоги, или как там, когда мы хотим что-то сказать. Су идет от слова сушту, что значит очень ясно, очень четко. Лиланам спуранам сушту бавати. Внутри мы очень ясно увидим, помех не будет. В телевизоре нашего сердца мы очень ясно увидим репортаж из Голоки Вриндаваны. Настроились полностью на эту связь, и лила проявится полностью в нашем сердце. Ити абипретья садана крамо ликитага. Абипретья, абипрая, кто знает, что такое? Никто не знает абипрая. Это на самом деле слово на хинди, которое тоже есть. Хинди стоит учить, потому что там много санскрита. Абипрая значит намерение. Абипрая значит цель. Ити абипретья садана крамо ликитага. А что это значит, слово? Садана крамо ликитага. Я пишу, описываю ликитага. Садана крамо. Какую садану? Садана. Постепенный процесс садана. С этой целью
говорит Сила Рупа Госвами, я описываю постепенный процесс садханы, чтобы понять, каким образом постепенно происходит это обретение настоящей бхавы. И он начинается еще раз с чего? Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Это то, ради чего Шри Чайтанья Махапрабху пришел в этот мир. Пришел, чтобы дать нама санкиртан. Но нама санкиртан — это начальная вещь, которая останется всегда с нами. Это то, с чего начинается наш путь в духовное царство, где царит чистое преданное служение. Где Радха является царицей. Во Вриндаване не Кришна царь, во Вриндаване Радха царица. Ее туда короновали на царство. Во Вриндаване Кришна говорит, я там делаю все, что она хочет. Как ей хочется, чтобы я танцевал, так я и буду танцевать. Это самая высшая обитель и самая высшая цель. И это есть духовная жизнь. Духовная жизнь начинается с этого, и этим же, дай Бог, закончится. Если мы будем правильно понимать последовательность нашей духовной жизни, каким образом наше преданное служение должно развиваться. Потому что если вдруг мы поставим цель ниже, мы ничего, кроме той цели, которую мы поставили, и не достигнем. Нама чинтамани Кришна чайтани раса виграха. Нама есть чинтамани. Чинтамани значит что? Философский камень, который исполняет все желания. Повторяйте наму желанием обрести освобождение, нам даст вам освобождение. Повторяйте наму желанием обрести Вайкунтху, нам даст вам Вайкунтху. Повторяйте наму, чтобы обрести богатство в материальном мире, нам даст вам материальное богатство. Если вы повторяете наму, чтобы обрести чистую любовь, нам даст вам чистую любовь постепенно. Потому что Чайтанья Махапрабху вложил эту чистую любовь туда. И Чайтанья Чаритамрита описывает это. Чайтанья Чаритамрита объясняет, ради чего пришел Шри Чайтанья Махапрабху здесь. И нам очень сильно повезло. Даже невозможно представить себе, как нам повезло. Из миллиардов людей, которые живут тут, из гигантского количества людей, мы можем слушать о чем-то, о чем все остальные не могут слушать. Но в конце концов мы не должны забывать, что мы здесь находимся для того, чтобы все остальные тоже об этом услышали. Чайтанья Махапрабху пришел, чтобы Сабари, весь мир, Трибувана, все три планеты узнали о том, что же такое духовная жизнь и что может принести подлинное удовлетворение души, то есть возвратить ее природу. Спасибо большое. Отлично, дорогой Гуру Махарадж, спасибо большое за лекцию. Вы сказали, что мы не должны пытаться искусственно достичь каких-то последствий тех ступеней высочайших практик, которые вы описали в дальнейшем. Вы сказали, что мы должны проявлять уважение к процессу, и описали, что процесс это нама санкиртана, и проявлять уважение к процессу это непосредственно заниматься процессом. Да, между прочим. И вот в практическом приложении, там, скажем, на регулярной какой-то основе ежедневной, что это означает? Это означает то, что мы как минимум должны повторять 16 кругов Хари Кришна мантры и слушать святое имя. В идеале мы должны петь святое имя на ежедневной основе. Мы можем петь святое имя везде.
Дальше Сила Джива Госвами в этом комментарии, он очень смешную вещь скажет. Он скажет, что на самом деле он будет описывать разные формы преданного служения дальше. Он говорит, что на самом деле надо, что настоящий киртан начинается тогда, когда мы начинаем громко петь святое имя. Именно громкое пение святого имени, он приводит там стих из 6 главы 1 песни Шримад-Бхагаватам, где Нарада Муни объясняет, что с ним случилось, когда он бхакти получил. После того, как он получил мгновенный даршан Господа, и Господь сказал, все, больше я тебе не покажусь. После этого он говорит, что «Намани анантасия тапот хататтарпа». Я стал бесстыдно петь, бесстыдно и громко петь, не стесняясь громко петь святые имена Господа. Хатат тропо. И Шрила Джива Госвами цитирует этот стих. Хатат тропа значит, хата значит убить, а тропа значит стыд, когда у меня никакого стыда нет. И Шрила Рупа Госвами, извиняюсь, Джива Госвами говорит тут, он цитирует этот стих и говорит, что когда человек достигает... Что значит киртан? Киртан значит, что он громко поет всегда и везде, и при любых обстоятельствах, не обращая внимания на то, что другие о нем думают. Вот. И я представляю себе картину, сейчас люди расходятся с этой лекции, идут по улицам Москвы. Вот ты спросил, что это значит в практическом смысле. В практическом смысле. Значит, я вхожу в вагон метро на ежедневной основе. И начинаю. Харе Кришна. Практически. Понимаю, может звучать не совсем практично. Но в конце концов, ну, по крайней мере, в тех ситуациях, в которых это возможно, надо не упускать этой возможности, потому что иногда у нас тут мы стесняемся даже тут петь святое имя. Иногда вроде бы на что стесняться, и то, что тут человек, ну, он стесняется рот раскрыть, он про себя это делает. Даже если специальные приборы поднести, никто никакого звука не услышит исходящего от этого. Но киртан значит громко петь. Святое имя, оно постепенно, именно поэтому мы можем слушать, если мы просто про себя повторяем, мы же не будем слушать. Все начинается с того, что мы слышим святое имя. И при этом еще и не слушаем громкие мысли, которые в этом говорят, потому что иногда у нас там две дорожки сразу включаются. И одна дорожка гораздо громче, чем другая дорожка. Если мы просто повторяем Харе Кришна, то сразу другая дорожка включается уже по привычке, а это выключается, мы слышим только свои мысли. Но когда громко поют, ну уже тут вот уже никак, хочется подумать о чем-то, ну вот как-то вот очень сложно. Поэтому Чайтанья Махапрабху говорит, громко надо петь. Харе Кришна. Харе Кришна. Кришна Кришна. Харе Харе. Харе Рама. Харе Рама. Рама Рама. Харе Харе. Метро. Спасибо. Вопрос такой. Парампара почувствовал себя удачливым. Вопрос такой. Если душа, любая душа, которая занимается самостоятельным служением, занимается им, то есть идет этим путем, какой критерий для нее, независимо от того, что она делает, она служит божествам, распространяет книги, моет полы, ютит посуду, какой критерий того, что эта душа служит не себе, критерий, никакого критерия нет. Критерий очень один. Как она, точнее так вопрос, как душа, любая душа, которая здесь находится, где-то в другом месте, определиться для себя может, что она правильно служит, то есть Кришне, а не своим чувствам. Для этого надо просто заглянуть в свое сердце. Критерием внешним будет то, что у нас, когда мы, и это говорит Тадашма Шарам Хридаям Батедам, на викрия татха яда викара нетре джалам гатрару хешу харса. Внешний критерий яд грих яманам харинам адеях.
Внешний критерий – это то, что я произношу святое имя, и у меня слезы текут из глаз. Внутренний критерий – это, собственно, чего я хочу. Я хочу себе какое-то удовлетворение доставить, или я думаю о Кришне, чтобы он был счастлив. Я думаю о духовном учителе, и я делаю это ради того, чтобы порадовать его, Кришну. Я воспеваю святое имя для кого? И для того, чтобы понять это, ну, внешний критерий, я могу понять это, что что-то не то в моем преданном служении, когда я беру четки, и мне хочется сразу же заснуть. Это, если я не могу как-то разобраться в каких-то своих мотивах, то, по крайней мере, я могу по внешнему признаку понять, что я еще не дошел до состояния служения, Господи, что-то мне еще нужно там с чем-то разобраться. Внутренний критерий, я пытаюсь понять, а что мной движет, какая цель. Я пытаюсь с помощью какого-то процесса интроспекции, самоанализа понять вообще, что стимулом для меня является. И пытаюсь сделать этот стимул чище, то есть в конце концов поставить или зафиксировать в своем сознании эту цель, моя цель – в конце концов достичь состояния, в котором я буду хотеть только служить, не хотеть ничего другого. Вот и все. Все очень просто. Ну, а, как правило, мы не привыкли к самоанализу. Это болезненная вещь, потому что, ну, там начнешь копаться, и там такое накопаешь. Такие сокровища оттуда полезут. Фонтаном бить начнут. Снаружи вроде все хорошо, там цветочки растут, травка. Копнешь туда глубже, там такое, червяки такие, там дождевые, оказывается, живут. Мы думали, а вот там же цветочки были. Вот. Поэтому копаться никому не хочется, но, по крайней мере, есть внешний критерий. Повторяю святое имя, а что-то не катит. Нету чего-то. И хочется поскорее эти бусинки. Думаешь, чего они так медленно считываются? Да, Максим. Спасибо большое за лекцию. Ну, это, наверное, вопрос, может быть, немножко даже в продолжение того, что говорит Тамала. Тут был приведен такой поэтический образ, что мы не должны дергать за вот эту лиану бхакти. Но я так подозреваю, что должны вместо нее терпеливо ее поливать и ждать, когда она сама вырастет. Именно так. Вот. А как найти вот эту золотую середину между... Ну, то есть как понять, что мы в данный момент сейчас не дергаем, а поливаем? И наоборот, как бы вторая сторона вопроса, что как не стать оправданием тому, да, что сказать, что... А может быть, это я сейчас дергаю, и перестать поливать из-за этого. То есть, ну, немножко путь, но как-то так. Не, ну перестать поливать всяко не нужно. Я не понимаю, как это может... Даже этот китаец, он поливал и потом дергал. Рома говорит. То есть китаец не дошел в своем безумии до состояния, когда думаешь, что можешь просто дергать, не поливать. Если даже китаец это понял, нам сам Бог велел понять. Поливать всяко нужно. Что значит не дергать? Не дергать это значит... Гора Кишор Дас Бабаджи Махарадж приводил пример женщины, которая забеременеть не успела, но ей очень хочется ребенка родить, и поэтому она... И она видела, как беременные женщины себя ведут, которые уже вот рожают, и она начинает там кричать, тужится. Она заходит в родильную комнату, начинает тужиться и кричит. Ну, иногда преданные таким же образом поступают. Начинают тужиться. Кричат там что-то. Ну, это изображение. Нужно начинать с того, что слушать святое имя. Громко петь и громко слушать.
Но не изображать экстаз. Изображение, значит, или попытка дернуть, это то, что мы раньше времени пытаемся изобразить из себя что-то. Пытаемся прыгнуть куда-то, куда мы еще не дошли. Вот. Мы притворно изображаем экстаз, изображаем свою привязанность. Пытаемся читать только о каких-то там сокровенных лилах, объявляем всем, что я достиг Рагануги. Посмотрите, я достиг, посмотрите, вот она Рагануга у меня, вот она у меня. Вот сейчас меня ввели в Рагануга, я пошел туда, и меня ввели куда. Значит, притворно дергать. Притворно дергать. А меня тут не научили, как заниматься Раганугой. Я пойду куда-нибудь еще, на Радакунду. Можешь пойти на Радакунду, но просто что мы там увидим на этой Радакунде? Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур Прабхупада говорил, что хорошее место, если бы не пять негодяев, которые тут живут, и называл ее Наракакунда, или даже Гауракишор Дас Бхагаваджа называл. Чем мы поймем тут? Мы пытаемся, или человек начинает медитировать на какие-то лилы Кришны. Он... В принципе, медитировать не может ни на чего, кроме манной каши или пиццы. Пицца еще вот объект для медитации, ну, когда голодный, все может быть. Он начинает медитировать. Ну, какая медитация? Для медитации нужен антахкарана, некая чистота нашего сознания, нашего ума. Я пытаюсь делать что-то, к чему я не способен, и все. И потом человек разочаровывается в этом. Он пытается что-то делать, в конце концов, там не получает. Иногда его какая-то ложная эго или какая-то там задетая честь, она заставляет его оставаться. И, в принципе, ну, может, она и неплохо, но главное, чтобы он не вырвал действительно с корнем что-то в попытках это делать. А это бывает. Человек очень быстро пытается куда-то пройти, и потом, в конце концов, он говорит, а ничего там нету. Виноград-то зеленый. Все, и уходит. Попрыгал, 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 не достал винограда, и уходит. Виноград зеленый. Вот в этом заключается наша вещь. Не нужно пытаться куда-то идти, куда мы еще не можем идти, но нужно постепенно очищать свое сердце. И в какой-то момент в процессе очищения сердца у нас появится привязанность к Бхагаватам, нити Бхагавата Севы. В результате этого... А в результате постоянного слушания Бхагаватам появится. Я сейчас записку, а то записка давно ждет, прочитаю, нам нужно уже кончать давно. С чего начинается подлинное бескорыстие? Подлинное бескорыстие начинается с того, что я хочу, с того, что я теоретически понимаю, мне нужна любовь. Все. По крайней мере, теоретически я понимаю, мне нужно просто научиться этому. Вот с этого это все начинается, с того, что у меня появляется вера в эту цель. Потому что как только мы начинаем верить во что-то, мы начинаем сосредотачивать на этом свое внимание. И начинается все с веры в цель преданного служения. Цель преданного служения, у нас пока есть вера, у нас нет опыта этого всего, но у нас есть вера в то, что мне это нужно, что в конце концов мне как душе это нужно. С этого начинается подлинное бескорыстие. Вот, и поэтому Шрила Рупа Госвами говорит, Шрада, все начинается, Адау Шрада, вначале стоит вера. Все начинается с того, что мы слушаем кого-то, и слушая кого-то, у нас появляется вера в то, что он говорит, в ту цель, о которой он рассказывает. И то же самое описано в книгах. Можем ли мы служить отношениями между Вайшнавом и Кришной, обладая низкой квалификацией в умении служить? Мы можем быть даса-даса-анудаса. И это наша карьера. Даже сейчас мы можем пытаться помогать какому-то Вайшнаву в его служении Кришне. У нас есть достаточно квалификации для того, чтобы найти какого-то вайшнава, которым мы можем помочь в его служении Кришне. Если мы видим, что этот вайшнав выше нас, ближе к Кришне, ничто не мешает нам так или иначе постирать ему носки.
или еще что-то сделать. Может, это поможет ему в его служении Кришне. Или просто даже послушать этого Вайшнава. Это наше служение ему будет. Так что мы можем это делать. Естественно, речь не идет о совсем уж возвышенных вещах. Совсем возвышенные вещи, они тоже придут, как я описывал, но в свой срок. Вот. Тогда последний вопрос и все. Говорится, что заспевать нужно без оскорблений. И у нас возник вопрос перед нами, а как, какова практика избавления от оскорблений? Главность, которая является оскорблением Вайшнава. Какова практика избавления от оскорблений? Практика избавления от оскорблений. Апарада сахасрани. Как там это? Это да, я другой стих хочу сказать. Аппарата как-то, ну неважно. Практикой избавления от оскорблений является повторение святого имени, когда мы находим прибежище в святом имени, повторяя об этом с верой, когда мы сосредоточили, повторяя святое имя с верой. Когда мы сосредоточили свое сознание на этой цели, нама санкиртаны или нама шраванам, когда мы и действительно пытаемся повторять святое имя с этим пониманием или с этим настроением. Вот. И есть разница, когда у нас есть вера, вера помогает нам, мы вчера как раз об этом говорили, вера помогает нам сосредоточить свое внимание на том, во что мы верим. И если у нас есть вера в сам метод повторения святого имени, в святое имя, то мы будем повторять святое имя внимательно, потому что наше сознание, оно концентрируется там, где находится наша вера. Поэтому практика повторения святого имени правильная, или избавление от оскорблений, мы слушаем Шримад Бхагаватам, который порождает нас веру. Шрила Прабхупада сказал об этом. Он сказал, для чего я написал эти книги? Для того, чтобы помочь вам повторять святое имя правильно. Мы читаем книги Шрилы Прабхупады, читаем Шримад Бхагаватам, и в результате этого мы слушаем как следует. Мы читаем Чайтанья Чаритамриту. У нас таким образом мы помогаем сконцентрировать свою веру, и мы повторяем святое имя уже с этой верой, с этим пониманием того, для чего мы это делаем. И такое повторение будет постепенно приводить к избавлению от анартх и избавлению от склонности к аппаратам. Если этого не делать, то тогда повторение святого имени может увеличивать количество проблем у нас. Потому что мы будем повторять с аппаратами. Поэтому методом избавления является повторение с верой. Вера приходит в результате слушания не просто святого имени, но и слушания Бхагавата. Читаем Чайтанья. Все. Спасибо большое. Сила Прабхупада ки. Джай. Шри Сиддхи Даянитая Сачи Сута ки. Джай. Шри Радха Мадхава ки. Джай.